Всем привет! С вами Android Androidыч. Сегодня хотел поговорить о раннере, который называется Lonely Towns Dash. Как вы поняли, вы будете играть за кролика Роджера. Игра в стиле раннера выполнена. Очень красиво нарисовано, все очень круто сделано. Как будто реально вы играете мультик. Все вы наверняка такие мультики смотрели. Игра на английском языке. Вот наш кролик. Мы управление стандартное. Мы вправо нажимаем. Он у нас передвигается влево, вправо, вправо. Может также прыгать. Вот. И главное нам не врезаться в различные препятствия, которые будут возникать у нас на пути. Можем также наклоняться. Вот таким вот образом. Можем также подпрыгивать. Обстановка такая прикольная. Все сделано красиво. Вот. Ну, таких раннеров достаточно много выходит, да, на андроиде. Но это примечательно тем, что вы играете за кролика Роджера. Поэтому в этом смысле, мне кажется, игра наберет, ну, достаточно много народу в нее будет играть, потому что все-таки такой персонаж достаточно популярный и известный. По крайней мере, в свое время он был популярным. Также будут различные пружины, которые позволяют нам подлетать в воздух и перепрыгивать различные, так сказать, пропасти. Прикольная, интересная игра, все у них хорошо, ничего такого плохого сказать не могу. Также будем собирать различные монетки, как я понимаю. По оценкам, ну, по графике поставлю 5, очень красиво все нарисовано. По управлению тоже никаких претензий нету. Ну, поставлю все-таки 4 по управлению. По музыке тоже 4. Вот мы уровень с вами прошли. С вами был Android Androidыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.